Безопасная перевозка детей. Перевозить детей до 12 лет следует только при помощи автомобильного детского кресла, которое крепится на заднем сиденье. При этом для малыша до 9 месяцев и 9 килограммов веса кресло необходимо закрепить против движения. Малыша до года следует пристегивать ремнем ниже уровня плеч. Детей от года до 3 лет нужно пристегивать ремнями, лежащими чуть выше плеч. Следите за тем, чтобы ремень не съезжал в область шеи. Детям постарше следует подбирать кресло в зависимости от веса. Ни в коем случае не перевозите ребенка на руках или коленях. При возникновении экстремальной ситуации вы не удержите ребенка. Закрепите все предметы, находящиеся в салоне автомобиля, в особенности тяжелые и твердые. Если вы планируете автопутешествие и берете ребенка с собой, заранее ознакомьтесь с правилами перевозки детей в стране назначения.